Уехала в село Тебельти Судянского района для сбора черемши. На вид 55-57 лет, рост 150-160 сантиметров, худощавого телосложения. Собачку-то возьмите, она не приплывет. Вон, потеряшку фотографируйте. А что-то тата на месте стоит? Ой, так тебя унесло, мои. Да не на вас сейчас там мелко пойдет. Найди. Она увидела, что тот исправляется. Здравствуйте, бабушка. Она не слышит. Не может никак. Я пошел по грибам. Заблудился. Все хорошо у меня. Жив, здоров. Чувствую себя прекрасно. Всем спасибо, кто переживал за меня и искал. Поэтому все хорошо.